Председателем общественного объединения «Союз поляков» в Белоруссии избран Александр Сонгин. Такое решение принято сегодня на 10-м отчетно-выборном съезде организации. Встреча проходила в формате онлайн. В ней приняли участие 79 делегатов с разных регионов страны. Всего же в нашей стране проживает порядка 300 тысяч поляков, а также около 1 миллиона тех, кто имеет польские корни. «Союз» работает в области поддержания, развития и популяризации польской культуры, традиций и языка. В структуре организации насчитывается 65 отделов во всех областях республики. И в этом году организации исполняется 30 лет. Мы, поляки Беларуси, вельми ценим той мир и супокой, який есть у нашей державы, и вельми удяшны державе, аппарату уполноваженного по справах национальности и религии, якія подтримливают наш союз. Есть пэўная кола людей, как на нашей территории, в нашей краине, так и ее за межами, якія, напэўна, недооценивают тую важность громадянская, конфессионального мира, супокою, добробыту, який існує. И на мой погляд, это неправильно. Тому хочу сказать, что как раз у год народного одинства мы постараемся знайсти той консенсус, ту золотую ниточку, ту середину золотую, якая допоможе нам жить и супрацовничать, потому что справа одна и та же, и мы открыты для всех. Связь была налажена между Ждановичами, Гродно, Лидой, Барановичами и Брасловым. Отчет за период между съездами проходит раз в 4 года. Разработан план работы объединения на ближайший сезон. Он связан в том числе с объявленным в нашей стране годом народного единства. Главная миссия прописана в уставе. Поддержание и развитие польской культуры, польского языка, польских традиций, популяризация их среди населения Беларуси. Ну и мы выстраиваем всегда хорошие отношения с другими национальностями. Мы поляки, но мы граждане Республики Беларуси. Для нас близко и понятно вот эти посылы, да, или идеи, которые возникают, и день единения, и национальные идеи. Все мы желаем, чтобы дружба наша с польской стороной наладилась, и теплые отношения наладились, чтобы это все было более на доброй, дружественной основе. Многие вот польские диаспоры, они не настроены на какие-то политические распри. В основном-то желателен какой-то обмен, именно общительный, на почве какого-то творчества, искусства. В составе Союза поляков в Беларуси около 4500 человек, и в этом году организации исполняется 30 лет. По инициативе Союза поляков уже запланированы десятки культурных мероприятий. Фестиваль «Полонез» в Слониме, проект «Августовский канал», «В культуре трех народов», фестиваль польской песни и многое другое.